Пурпур – інді-поп-гурт з міста Харків, одні з найяскравіших представників сучасної української музики. Гурт засновано у 2008 році, коли Ната Сміріна та Євгеній Жибко завантажили на YouTube своє перше відео. І, як виявилось, не дарма. Пурпур швидко припав до душі багатьом завдяки легкому, приємному та мелодійному звучанню. Зараз гурт «Пурпур» – це Ната Сміріна, вокал, клавіші, тексти пісень і просто душа колективу. Та чоловіча підтримка – гітарист Євгеній Жибко та Григорій Олійник, електронна ритм-секція. «Пурпур» не бояться змінюватись та дивувати. За плечима у музикантів декілька альбомів, зміни у складі колективу, сотні концертів, десятки фестивальних виступів і віддана армія шанувальників. Однак на всю країну вони заявили про себе лише зараз, тріумфально виступивши на національному відборі до Євробачення. І зробили вони це в класичному для себе стилі – таємничо, атмосферно та казково. «Пурпур» в перекладі з латинської означає «чистий-чистий». І це не просто назва, ми збираємось цьому слідувати, стверджують музиканти. І це у них виходить чудово. Щирі, світлі і такі чисті-чисті. Гурт «Пурпур» сьогодні в музичному ранку. І у нас є можливість поспілкуватися з Натою Сміріною, солісткою колективу. Ната, дуже раді вітати тебе в Полтаві. Взагалі, ви не вперше в Полтаві. З якими емоціями приїхали? Вдалося прогулятися, можливо, містом? В этот приезд нет, но я помню, что мы гуляли точно по Полтаве. Я не буду врать, я не помню, здесь у вас есть памятник то ли вареникам, то ли чему-то там, галушкам, да. А вот, тогда я помню, мы гуляли, да, я помню, старая архитектура, очень много красивых дверей, ну, это, на наш взгляд, красивых, да, может быть, кто-то сказал бы, ой, какая она старая, вся облезлая, но нам очень понравилось. То есть, в общем, у вас красиво. И вид, я помню, где-то возле какой-то маленькой то ли церквушка, то ли что-то, и вид на такой город. Так, у нас взагалі гарне місто, приїжджайте до нас частіше і гуляйте більше. Після участі в національному відборі до Євробачення ваша популярність однозначно зросла. Звісно, у вас були прихильники певні, але ви стали, можливо, там більш відомими на всю Україну. А якісь зміни відчуваються? Взагалі, ти в одному з інтерв'ю говорила, що відчуваєш, що ось-ось має щось таке гарне відбутися. Щось відбулося? Я не знаю, не могу вам сказать. Нет ощущения, что мы проснулись знаменитыми там, или что очень что-то вообще кардинально изменилось. Полтава – первый город после Евровидения, поэтому вот мы посмотрим. Ну, мы отдали песню «We Do Change» в короткометражку. К нам мы с тобой обратились. Короткометражка поедет в Канны на фестиваль. Но мы еще не видели, как они ее там использовали, то есть и саму короткометражку сейчас не видели, мы видели только тизер. Ну, что-то там такое любопытное должно быть. Это фантастическая история. Будем чекати. Да, нам самим очень интересно, так что посмотрим. До речі, ти ще взяла участь, наскільки нам відомо, ще в одному конкурсі, так, в шоу, це «Голос країни» в наступному сезоні. Да. Взагалі конкурси для тебе – це можливість якось показати себе чи просто самореалізуватися? Вы понимаете, группа «Пурпур» существует 8 лет. И, видимо, эти 8 лет мы что-то неправильно делали. Ну, как мне кажется. Конечно, пока мы шли все эти 8 лет, мне казалось, что мы делаем вообще абсолютно все. Но в какой-то момент, вот этим летом, я вдруг подумала, что, черт возьми, меня 6-й год уже зовут на «Голос», а я отказываюсь.
Потому, я объясню, почему я отказывалась. Потому что, ну, чтобы участвовать в каком-то конкурсе, нужно, наверное, мечтать победить там или как-то. А я стать продюсерским проектом, наверное, уже не смогу. Потому что у меня есть группа, и я не представляю себе себя без группы. То есть это же не просто Ната Пурпур Смирина, это Пурпур, и я, и Женя, и Гриша, и все вместе. Поэтому мы, наверное, не очень интересный проект для продюсера какого-то, потому что мы не тесто, из которого можно все вылепить, а у нас есть свое мнение. Поэтому я и не шла никуда на такое. Но я так недооценивала силу телевидения, господи, это же нужно же было быть такой глупой. Я правда думала, что в 21 веке телевизор вообще уже не имеет силы над умами. Но я так ошибалась. Выявилась навпакой. Да, так главное, даже на тот контингент, на который я была уверена, что вообще не имеет, все равно имеет. Это то ли ужасно, то ли прекрасно, я даже не знаю, честно говоря. Но я, в общем, очень не ожидала. И вот этим летом я решила, что нужно нам стучаться уже во все двери абсолютно. И, ну вот, Евровидение и «Голос» — это одни из этих дверей. Да я даже не знала, можно говорить вообще, я долго не говорила, что я вообще там участвовала. До тех пор, пока там они ролик не показали уже, и все увидели меня там и сказали, а, так это же Ната. И я уже поняла, что, наверное, да, можно, когда мне говорили, а вы участвовали в «Голосе», я говорила, нет, это была не я. Вот. Ну да, участвовала, но результат узнаете потом. Ну, в будь-якому випадку це якась можливість змінюватися постійно, так пробувати себе в чомусь новому. Да, очень интересно, правда. Ну, как бы, во-первых, я не свои песни, ну, крайне редко, там я могу для себя что-то подобрать, но вот так, чтобы выйти прямо и для всех спеть. В караоке я была один раз в жизни, и больше никогда туда не пойду, потому что это кошмар. Вот. Ну, говорячи ще про зміни, якщо ми вже зачепили цю тему, ваша остання пісня, власне, яку ви презентували на відбори Євробачення, має назву «Video Change», «Ми змінюємось». Взагалі, творчість гурту «Пурпур» якось за ці роки, вже 7 років, так, існує, якось 8. Вона змінилась? Да, кошмарно змінилась. Ну, якщо чесно, мені кажеться, що совершенно разительно, коли ставиш людям, які далекі, скажімо так, від музики, вони говорять, да ні, все то же саме, как бы, все так же. Мені, звісно, немного обідно, тому що якщо б люди знали, через сколько всего пришлось пройти и не завязать с музыкой за все эти годы, правда, потому что, ну, время от времени приходило ощущение, что нафиг это никому не нужно, кроме нас, и, а иногда казалось, что и нам это уже не нужно, и вот как удалось перебороти це? Завдяки чому? Ну, во-первых, потому что ты не можешь этого не делать. Мы же это делаем не потому, что, ну, вот, там, очень сильно хочется, конечно, хочется, но в первую очередь просто не можешь этого не делать. Это как жизнь. Не знаю, кто-то умудряется совмещать какую-то там семейную жизнь, еще что-то, но для меня музыка — это, ну, моя группа, да, это моя семья, это вся моя деятельность, это моя работа, это 100% моего времени, это 24 часа в сутки, и я не представляю себе, как вот люди еще с семьей какой-то совмещают, то есть какие дети, например, ну, я не понимаю, у меня есть огромный такой вот 8-летний ребенок, группа «Пурпур», и она требует все время к себе очень большого внимания. Все-таки, окрім музыки, есть какие-то захоплення? Де черпається натхнення? Що відвідуєш, може? Де відпочиваєш? Я люблю красивое кино, длинное такое. Вот Теренс Малик мне очень нравится тем, что он снимает совершенно нелинейное какое-то, взрывающее мозг полностью кино. Это кино как ощущение, и это наполняет очень сильно. И я люблю какие-то бессодержательные кадры, когда у тебя есть время подумать. Но, если честно, последнее у нас впечатление — это сериал «Фарго». То есть я видела фильм «Фарго», но сериал меня впечатлил очень сильно. Он очень красиво снят, и хорошая музыка, игра актеров, все чудесно. Ну, мы слушаем музыку, конечно же, в Яком большом количестве. Какая наилюбленнейшая? Ой, наилюбленнейшая — это очень страшный вопрос для музыканта. У меня нет любимой музыки, наверное. Но есть
периодами, оно все время меняется. То есть в одно время мне кажется, что вот я нашла свою любимую музыку, а потом, ну, мне надоедает, и я начинаю искать что-то другое, нахожу что-то другое. Взагалі, от в ваших піснях відчуваються такі трішечки ретро, можливо, мотиви і поєднання з сучасними мотивами. Звідки тому що я виросла, взагалі виросла я на кошмарній музиці, о якій мені навіть не хочеться вам розказувати. Это то, что дома там, в общем, слушали мои родители, ну, знаете, 90-е, куда от них денешься. Вот. Но наравне с этим у меня был проигрыватель дедушкин, и дедушка у меня любил джаз, и он слушал джаз, и у меня были пластинки с романсами. И я наизусть знала пластинку с романсами из «Бесприданницы». Вот, и Нуэлла Фицджеральд, Луи Армстронг, Нина Симон, Плеттерс, вот, всякие классные ребятки, оркестр Глена Миллера, и это, видимо, тоже дало, в общем, о себе знать. Просто когда, ну, потом пришла Дженнис Джоплин, вот, потом Radiohead, совершенно снесли голову, но все равно, конечно же, в общем... Все, оно как-то все накапливается и получается какой-то симбиоз. Тобто музика була завжди у твоєму житті з дитинства. А як взагалі прийшла до того, щоб створити групу? До цього чим ти займалася? Я училась в фармацевтическом институте на клинического провизора. И мне всегда очень хотелось помогать людям. Но закончив институт и пройдя практику в аптеке, на один месяц я ходила туда, я поняла, что это вообще ничего общего с помощью людям не имеет. И это как колбасу продавать, там, ну, что-нибудь, торговля, это имеет больше отношение к торговле. Медпредставителем мне быть тоже не хотелось. И я поняла, что это очень не мое. И я познакомилась как раз в тот момент с Юджином. И мы начали заниматься фотографией, и по вечерам сочиняли песни. Просто нам нравилось, мы так отдыхали. А потом случайно выложили видео на YouTube. Нам сказали, что это же офигенно. Мне вообще всегда не нравилось, как я пою, правда. Мне только вот сейчас начинает нравиться, как я пою. А до этого я слышала, и у меня я не понимала, как люди могут говорить, что это прекрасно. И сравнивать там с какими-то великими совершенно музыкантами. И я думаю, господи, как чем они слушают? Это такая самокритичная, так? Ужасно. Ну, это... І з годами це ухудшається. Мені здається, це дуже гарна риса для того, щоб якось постійно вдосконалюватися. Тому що ти 300-500 разів заслушуєш цю пісню, поки ти її пишеш, поки ти робиш це все, вилізуєш, де-то щось чистиш. І кошмар. Так, Ната, не можемо ще поговорити, звісно, про твій образ. За ці роки він також змінювався. А цей образ, який в тебе зараз, що тебе надихнуло на його створення, що він означає? Дуже багато факторів було, да? Но я взагалі достатньо довго переслідувала якийсь такий образ естественності. Вот. І старалась не фрікувати. Потом мне стало скучно, наверное, и это, знаете, когда долго-долго прессуется внутри, и за нами же привязался этот дурацкий образ мимишности. Я прямо даже помню, как мне написали в сообщение много лет назад, ну, прям лет 5, наверное, может быть, даже 6, что «Ой, вы такая классная, такая замечательная, такая мимишная». Я говорю, а что это такое? Ну, потому что я не поняла, честно говоря, меня обижают или меня хвалят? И вот с того момента этот мимими прицепилось. И я не могла никак из этого образа вылезти, потому что все пропитано было этой мимишностью, эти мишки, это все. И я очень рада, что на Евровидении была песня минимально мимишная, как бы из всего нашего спектра, то есть ни мишки, ни снеговики, ничего такого. И это хоть какую-то свободу дает вырваться из этого, потому что все остальное как-то люди воспринимали в разрыве, далеко от меня. И это, наверное, какой-то бунт даже внутри меня. Вот. И я это все делаю сама.
Наверное, потому что мне интересно, я играюсь. Вот мне любопытно, мне хочется, я делаю. Ну все одно, щоб показати себе, там якось виділитись, можна різні способи використовувати. А чому саме такий от мейкап, що він означає? Ну, впечатлялась я берберскими татуировками. Это африканские чудесные женщины. У них все не просто так, конечно же. Каждая линия могу сейчас означать. Ну, да? Там у них наверняка сильно глубоко все. Я глубоко не копала, но общее значение – это сила Вселенной, жизненная энергия. Здесь третий глаз, понятное дело. И, ну, достаточно глубокие символы, ничего плохого, поэтому мне это близко. Останні роки вашої творчості, вони є знаковими для вас, так? 2014 рік це ви здійснили свою мрію, виступили з оркестром, зі симфонічним. 2015 рік ви гастролювали активно. 2016 рік, окрім участі у конкурсі, які ще такі глобальні мрії? Ну, у нас вийшов наш кліп на пісню «We Do Change». Такой настоящий, взрослый, большой клип, не мимишный, вот, совсем не милый, а чистый, красивый. Во-первых, мне было очень интересно участвовать в таких съемках, потому что я сама не знала, получится у меня или нет. Мне, как артисту, и нам вообще, как музыкантам, нам хочется меняться. Мир музыки, он безграничен, образов миллион, можно играться с этим, и нам, как творческим людям, хочется попробовать разное, и, ну, почему бы и нет, если так получается. И если, ну, мне кажется, что получилось очень хорошо. Ну и я вообще-то мечтаю возобновить историю с оркестром, потому что я уверена, что мы не в полной мере ее реализовали. Мне очень хочется, чтобы это получилось именно так красиво, как я задумывала, потому что, конечно же, моя критичность, она и там погуляла. Прям я после концерта в Харькове рыдала 2 дня. Я не могла поверить просто, когда я посмотрела видео и увидела, что свет был не такой. Я не говорю вам, что со мной произошло, когда я звук услышала. Я очень переживала, и мне было обидно, что, стоя на сцене, я переживала не как артист, а как тот, кто как режиссер, как продюсер. По художественной части, грубо говоря, продюсер, наверное, это вот мы с Евгением вдвоем. То есть мы решаем направление, что делать, куда двигаться. Конечно, мои взбалмошные идеи часто бывают определяющими, потому что, ну, мне мало того, что я решила, и все, и со мной очень сложно спорить. Но мне еще нужно сейчас. Типа, все. Делаем, погнали, так, завтра. Вот, у меня бывают такие вот моменты, а бывают моменты, ничего не получается, все плохо. Вот, и, конечно, со мной сложно. А під час виступів ти от думаєш про те, про якісь ці деталі, які ти назвала, там, як світло, як звук? Чи ти повністю поринаєш? От на концерті з оркестром я більше думала об этом. Потому что там очень много мы задумали всего. У меня там переодевание было, наконец-то. Я мечтала про переодевание очень долго, и это смешно очень все было, потому что я под секундомер. Ну, никого же, у меня ни помощников, никого нет. И у меня все это лежало, значит, за сценой, что мне нужно было переодеть. И у меня было 2,5 минуты, запланировано, на то, чтобы я переоделась. И я договорилась с арфисткой, что, типа, на всякий случай она там играет соло, импровизацию, и как бы я ей даю сигнал, когда ей заканчивать, и я выхожу. Но только я ухожу за сцену, я знаю, что у меня 2,5 минуты, только 2,5 минуты, я сбрасываю платье, вот только я заступилась, сразу же сбрасываю платье, и слышу, как включается метроном. У нас не было дирижера, все, мы под метроном играли, весь оркестр под метроном. Я поворачиваюсь и вижу, что Евгений наш прекрасный, он забыл о том, что в этот момент я должна была переодеваться. Он не понял вообще, почему я пошла за сцену, что происходит. И, как бы, конечно же, он не видел, что я там уже голиком стою за сценой. И если бы не моя подруга, которая вот чудом просто решила, что она не хочет сидеть в зале, она на всякий случай останется за сценой. Она меня практически по щекам там била, потому что я слышу метроном и понимаю, что у меня есть 40 секунд. Все, я за это время не успею. И я такая, так, думаю, надеть обратно платье или что, или уже переодеваться. И я надевала эту шапку с бабочками. И в общем, короче, когда я понимаю, что вот сейчас я должна была уже выйти на сцену и уже петь, у меня такое,
Ну, простым, кажется, такой смешной, это стресс, время замедлилось. И у меня подруга говорит, типа, так, давай, типа, соберись. Типа, take your time, давай, не спеши, все нормально. Я говорю, я что не получилось. Руки вот так вот просто, как эти самые, не слушаются. Ну что, я голиком, когда пришла в себя, голиком прыгала за сценой и кричала оркестру, типа, по кругу! Они вступление играли. В итоге я переодевалась 7.5 минут. Ну, и две из которых я скакала, и барабанщик забавлялся, потому что он сидел рядом. И он такой, типа, ну-ну. Оркестр вообще умнички, они сообразили, потому что они только по нотам играют. Страшный профессионал, добрый еще и тупили. Да, много было репетиций всего, и они просто поняли, что если я не вышла, значит, надо ставить репризу, да, и все, играли по кругу одно и то же. Дивлячись на такі певні зміни і в стилі, і в образі в твоєму, все одно ваша творчість, ваша музика, мені здається, є такою казковою. З яким би казковим персонажем ти б себе могла порівняти? З якою-небудь дюймовочкою, мабуть, яка вічно там перед ряги попадала. Ну, як якась принцеска, не знаю, така немного капризна. Не, я вообще очень люблю мультики, то есть я как бы мультяшный достаточно товарищ, и поэтому, наверное, где-то во многом у меня есть какие-то повадки, что ли, из мультиков. Ну вот, какие мультики любишь? Вещь. Я люблю Тима Бартона, ну я люблю, короче, покадровую анимацию и стоп-моушен. Мне нравится, что благодаря технологиям 3D-принтинга они сейчас вообще фантастику вытворяют, и ты смотришь и вообще не можешь поверить, что это... что-то не рисованное, не 3D, а это именно покадровая анимация. Это люди часами, что там часами, годами стоят и передвигают по секундочке там долю міліметрів. Ми тобі бажаємо завжди так надихатися будь-якими маленькими дрібничками, залишайся такою ж ніжною, тендітною та вносьте казковість у ваш репертуар ще більше. Це дуже подобається глядачам. Ну и наостанок побажання нашим глядачам. Никогда не останавливайтесь, верьте в себя, и даже когда вам кажется, что вы остановились, вы делаете что-то. И если что-то делаешь и не сидишь в уголочке, то движение есть. Оно просто не всегда ощущается, не всегда это прыжки какие-то до неба. Но мы всегда чему-то учимся, любые проблемы, все, что происходит в нашей жизни, это источник бесценного опыта. А мы пришли в жизнь учиться, и я желаю вам приятных обучительных дней. Пурпур, як енергія Всесвіту, як ковток свіжого повітря. Слухаючи їх пісні, відчуваєш себе спокійно і затишно та поринаєш в якусь особливу атмосферу космічності та ніжності. Це підтверджують і численні шанувальники, серед яких і дорослі, і діти.